Здравейте, приятели! Празника Трифон Заризан вече отмина, но за това пък сезонът на подрязването на лозята тъкмо започва. И ако на 14 февруари само мъжете можаха да държат в ръцете си ножиците, то след малко и жените вече имат право да се погрижат за добрата бъдеща реколта на гроздето. На територията на обществената телевизия ЮА Одеса също има няколко лози. Време е да ги подрежем! А след това ще ви разкажа как празника Трифон Заризан красиво, мащабно и спазвайки всички български традиции бе отбелязан в град Болград и село Дивитли. Най-весел празник на Бесарабия, това е Трифон Заризан, празник на винарите. Кръчмарите, градинарите. Днес сутринта рано ступаните стават, хващат ножицата и отиват на своето лозе. Да има здраве по лозята и децата. Да има здраве и късмет, много грозде, радост, берекет. По вашата красива премена личи си грижовната ръка на вашата половинка. Всеки си има своя половинка, да е жива и здрава. И ние каним музата на трифонците, ступанките! Кой е достоен да стане цар на лозята на град Болград? Вие как мислите? Трифонски хляб, който рано е ранила ступанката и го опекла в чест на този празник. Заповядай! Виноград у нас самый вкусный, вино у нас самое будоражащее, самое, будем говорить, лекарственное. Честит праздник от нашия цар Трифон. У нас 6 трифонов. Каждый трифон – это определенный край болградского ОТГ. Трифон Залезничного, Трифон с Табаки, Трифон с Болграда, Трифон с Владычения. То есть всех трифонов каждое село выбрало у нас, каждое село выбирает своего самого лучшего виноградаря в своем селе и отправляет на наш сегодняшний фестиваль. Среди этих участников выбирается еще лучше, то есть выбирается сам царь Трифон, лидер по производству, лидер по продаже вина, лидер по земле виноградной. То есть это есть определенные причины, почему он является царем. В этом году у нас царь села Виноградное. Днес имате возможность да се отпинете от тези красиви бъклички, които носят нашите трифонци. Сега каня нашите трифонци да се хванат на трифонско хоро. Раньше каждый житель, у кого есть свой виноградник, ему было за честь, чтобы царь Трифон пришел, то есть самый лучший виноградарь в данном случае зашел к нему домой и сделал обрезку винограда. Но в этом году мы посетили винхолл села Ксамитное и локацию, туристическую локацию «Балканские ястия». Yeah.
Ето имаме днес цар Трифон. Избран. Трифон, убеди се! Друзья! Тук сме! Българска традиция, дайте да ви обичим и вас с короната на цар Трифон и да зарежем вашето лозе. Да игройте, гройте, натово гройте, да растеш и да пораснеш, от каждо пречка по чепка, да запи на здраве, на сватби, на крещанки, на сидянки, здраве, берекет, аминь. Амин! Хайде с водичка да му полеем малко, да да расте бурно, като нашите хора, които се заливат тука. Хайде, помагайте, Трифонци, вие сте тука за помощ. Че с такива красиви калпаци, колкото са ядри калпаците, толкова ядро да е гроздето през есента, че черно гроздето. Да помага Бог да има голям урожай тези година! Като лозутра, така са свинци, ще полеем там, където е отрязано. Вино, полиция, призвана яйца. Ще полеем отрязаните прички. За здраве, за берекет. И с пепел ще поръсим, за да ни го боли лозето. Ну, чуть-чуть. Это пеплом, да? И с кърпичка. С кърпичка тук да държа. Ето тук. За да му е топло, защото още зимата не е свършила. Сегодня такой прекрасный праздник, и мы хотим вам просто пожелать всего такого, что мы желаем сегодня этой лозе, чтобы она нам приносила радость, чтобы вот эти амфоры, которые вы видите, всегда были полны, приносили радость всем людям на земле и здоровья. Этот, будем говорить, праздник еще наши прадеды праздновали, великомученик Трифон, он был покровителем виноградарей. Вот отсюда и все и пошло. Мы зарезаем с утра лозу, поливаем ее виной, раскапываем виноградарь, поливаем водой. Потом собираются, веселятся, поют песни, танцуют, выпивают по стаканчику винца хорошего, доброго вина. И надеются на нашего Всевышнего, что он даст нам прекрасную погоду, прекрасный урожай. И еще я вам хочу сказать, что лично я присутствовал, была делегация из Франции. Это был, чтобы не соврать, по-моему, 96-й год, здесь у нас в Болграде. Они работали здесь, эти их представители из Франции, виноделы. И они признали, что наш Буджак, наша Бессарабия, более благоприятен для выращивания винограда, чем их провинции во Франции. Это они заявили в своем докладе. Это я слышал своими ушами. Вот поэтому у нас и заведено выращивать виноград. Если только на нас посмотрели немножко свысока, чтобы дали нам действительно удариться, именно заняться этой культурой, и мы бы поставляли вино не только в Европу, в целый мир, я знаю, и во все континенты. Потому что это самый чистый, самый благородный виноград, который выращивается в мире, я так считаю. Очень много желающих было посетить этот праздник, потому что это не впервые, это у нас ежегодно, и люди наслышаны, как проходят эти праздники. Поэтому в этом году очень много туристов приехало.
Якраз зараз ми проходимо процес інвентаризації нематеріально-культурної спадщини Одещини. І ось один із таких яскравих прикладів такої живої культури є і обряд, який проводиться і у болгар, і у молдаван Трифон Зарізан. І ми якраз сьогодні бачимо, спілкуємося з носіями, дивимося процес проходження самого обряду. І невдовзі, звичайно, маємо дуже цікаві історичні відомості про це свято. І невдовзі цей обряд буде внесений до елементів нематеріально-культурної спадщини Одещини. А можливо, потім ми будемо номінувати до національного переліку нематеріальної спадщини. А хто його знає, можливо, і буде гарна, цікава така його дорога до всесвітньої нематеріальної спадщини, до ЮНЕСКО. Болгарин завжди треба бути болгарин. І Трифона, то завжди з нас, і Господь напреж, і мій удач. Найхубав день, найсилен день, начало ту, на Гудината, со започва сал от този празник, от Трифон. Добър, честити Трифон Зарезан. Днеска имаме голяма чест да дойдем в семейство Чирбаджи. Добре, да си. На такъв празник да го отметим, да зарежем лозето, и да има мир на тази земя. Господ Света Богородица да ви помага, да има много деца да бягат в Теодор, да ви се радват и ви да се радвате на едно с тях. Растеш, на всяка лоза пришедит, от всякъде да почебят. Амин! Амин! Вино, вино, руйно вино, който го налива през право и да прилива, да се лее и навеки, по слаби и по седенки, по сборови и кръщенки, и бирики тия. Oh,